Приветствую вас, София. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Знаете, ваши страхи, на мой взгляд, не являются необоснованными в том смысле, что проблематика действительно есть, хотя вы ее не озвучиваете. И, собственно, ваш вопрос тоже не совсем ясен. Ну, вот вы спрашиваете, значит, что делать, а что делать, чтобы что, какой у вас запрос к психологу, не очень здесь это все понятно. Ну, давайте разберемся последовательно. Значит, начинаете вы с того, что вам неинтересно общаться с людьми, вам сложно спросить, как дела у человека. Вот, если человеку плохо, вы пытаетесь, начинаете его спасать, начинаете ему помогать. Вот, и, соответственно, когда человеку становится хорошо, весело, вы чувствуете, ну хорошо, все, он справится без меня, и вам становится очень плохо, вы прекращаете с ним общаться. А, значит, дальше вы пишете, что вы работаете с людьми, общаетесь, живете социальной жизнью, но личной жизни у вас никогда не было, вы боитесь, что с таким отношением к людям вас никто не полюбит. Собственно, вот ваша проблематика. Ну, давайте сразу заострим внимание на том, вы хотите, чтобы вас полюбили или как? То есть как-то давайте немножко рассмотрим этот момент. Вы хотите, чтобы вас полюбили, вы боитесь, что вас не полюбят. То есть как это у вас происходит? Куда это больше уходит? В страх, что, например, вы будете одна, у вас не будет личной жизни, например, да, или в желании создать семью, в желании быть любимой. То есть как бы это вот очень важный момент. На самом деле, один из принципиальных моментов, потому что, ну, в принципе, он определяет вектор психотерапии, вектор работы с вами. А следующий момент, это вот ваше взаимодействие с людьми, здесь, на самом деле, с одной стороны, вы находитесь в треугольнике Карпмана, то есть вы либо жертва, либо спаситель. Вот, то есть вы, ну, как-то вот имеете какие-то проблемы, да, с личными границами, вот. С другой стороны, вы не можете быть на равных с людьми, то есть, вот, либо обесцениваете, либо обесцениваете себя, либо обесцениваете другого человека. На равных вот вы не можете общаться. Вот, ну и мне кажется, связано это с вашим восприятием успеха, то мне так, опять же, кажется, что пытаетесь вы доказывать что-то, пытаетесь вы сослужить что-то, и живете вы, на мой взгляд, в таком вот классической парадигме психологической реальности мегаполиса, когда человек волк и каждый сам по себе в очень таком утрированном, абсолютизированном смысле слова. И вы вот прям хотите быть полезной, хотите заслуживать какие-то очки, зарабатывать очки, и вот в целом чувствуется некий такой вот у вас идет смещение внимания на, ну, на внешнюю сторону, на внешний мир, на людей, на зависимость какую-то от людей вместо того, чтобы они на себя, да? Вот, то есть важно то, что обо мне думают другие, но не столь важно, чего я хочу сама. Например, вот. То есть, ну, тут вот такая вот история, такой момент, на мой взгляд. Вот, соответственно, в этом направлении нужно работать. Я бы сказал, что, наверное, у вас в какой-то степени есть демонстрационный тип,
То есть, ну, вы пытаетесь на публику, да, ну, как-то вот действовать. Я не хочу ни в коем случае сказать, что вы это делаете специально. Вот, я более чем уверен, что вы, ну, что вы делаете это не специально. Я более чем уверен, что вы это делаете, ну, как бы, по привычке, скажем так, вот. Ну, скорее, да, по привычке это делается. Но, как бы, тем не менее. Работать вам, ну, желательно вот в этом направлении, именно вот того, что я назвал. Вот. Если вы хотите, конечно, свои проблемы решить. Свои трудности решить. Вот. Это то, что мне видится. Исходя из того, что вы написали. Вот. Если есть у вас что добавить, если есть желание обсудить, пообщаться, если есть желание поработать над собой, если есть желание там поконсультироваться, то обращайтесь. Будем рады помочь. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.